И вот о чем мы сегодня будем говорить. О разборе машины. Потому что сюда приезжают машины, скажем так, которые необходимо разобрать, чтобы потом вам продать. И качественно это сделать. Потому что, представляете, да, машина может быть и старая, может быть немножко прошла, но в других местах. И я не буду говорить, что есть определенные запчасти, которые подвержены типа ржавчины. Но это не типа ржавчина, потому что они только снаружи подвержены ржавчине. Внутри они абсолютно не ржавеют, по сути событий. Если вы что-то не понимаете, то залезьте по свою машину и посмотрите. Места подвержены ржавчине. Что это такое? Это тормозные колодки и все остальное, что работает. И где все это дело нагревается. Поэтому не рассказывайте сказки. Машина — это машина. Она должна ржаветь, потому что, ну, это невозможно. Таких вещей не существует, когда мне говорят, по ушам проезжают. Но возвращаясь к тому, о чем мы сегодня говорим, к разбору вашего автомобиля. То есть где-то и когда-то я заходил в определенный центр, и мне там сказали, что если у ваша машина при разборе будет сломана, это ваши проблемы. А если мы ее потом собираем и что-то будет сломано, это ихние проблемы. Я говорю, ребятки, давайте все-таки определимся. Если вы занимаетесь грамотным разбором и сбором автомобилей, то пункт номер один. И разбор, и сбор полетов — это за ваш счет. Потому что я прекрасно понимаю, что может случиться. То есть кто-то где-то перетянул, и машина разобралась. А вы это на человека сливаете. Давайте определимся и посмотрим, как это делается здесь, на Клинкерной 22. Какая это прелесть, что есть я. Я вовремя снял вывеску и в работу. Нет, ну может быть кто-то хочет таким образом обустроить частный бизнес по-другому. Это его право. Но вот правило тюменского губернатора в Москве. Снос всего того, что понастроил Лужков. В общем-то, у нас какие-то странные отношения с бизнесом. Ну да ладно, и спасибо мне. То самое место с тем же самым эффектом и по той же цене. То есть за дешево покупаете новые запасные части и БУ. Это, в общем-то, нормально. Я вам сейчас объясню про своего Ниссана. Две шаровые и опоры вместе стоят 3000 рублей. Да легко. Теперь вопрос другого бизнеса. И это уже второй этаж. Также не задорого вы здесь покупаете новые запчасти. Где все это? На улице Клинкерной, 22. Но чтобы совсем было понятно, при въезде в поселок Цементников в аккурат направо. Возвращаясь к озвученному ранее, к разговору о ваших косяках. Возьмите того человека, кто пасквиль сей написал, возьмите и привезите сюда. Потому что два варианта присутствуют. Кидалово ваше и отмазка своя. Здесь все запасные части отвинчиваются. Да потому что куцаные вещи в продаже стоят ноль. Лучший вариант — все аккуратно развинтить и продать. То есть здесь нет сорванных гаек. Здесь правильно все разбирается и ждет вашего дальнейшего участия. Вы же хотите получить качество, и поэтому ваше качество здесь. Да и у меня случается оное, но я работаю сам, и по сути лучше подождать, когда ВДшка поработает, а затем грамотно отвернуть. Это стоит денег, но того стоит. И почему здесь нет отечества? Да потому что вопрос-то на виду. Там, естественно, все лучше. Каленые металлы везде, нет сырца. Там за машинами смотрят и делают их круче, чем у нас в несколько раз. И поэтому событие есть. Вы можете взять товар ИБУ и продолжать эксплуатацию вашего транспортного средства. А почему нет то? Как правило, что страдает в процессе движения? Кузов, да, подвеска в меньшей степени. Ну и двигателей здесь много. К слову, прежде чем отработать до нуля, все так же разбирается, но ценники вы знаете? Проще достойный образец, чуть походивший, с ценой в несколько раз меньше, чем стоит оригинальный материал. То есть, видите косяки при разборе, лучше туда не ехать, потому что это не ваши косяки, но страдать будете вы сами. Теперь мы говорим о людях, которые сюда приезжают. Вот за моей спиной еще один человек. Потому что люди сюда приезжают по одной простой причине. Но не каждый может купить новые запчасти. А по сути-то это и нет необходимости все это делать.
Потому что есть автомобильный разбор. Ну, бывает такое. Случается, что человек, просто получив каску за свою машину, потом ее отдает сюда. Никаких проблем нету. Ну, что такое каска? Ну, машина немножко перевернулась. Но внутренние части все же чистые. Подвеска, да по большей части тоже. Но он-то получил свои деньги, да? Куда эту машину? Естественно, в авторазбор. Потому что сдавать эту машину и получать 50 тысяч рублей, ну, я не знаю, когда ее можно сдать и за большую сумму. Представляете? Здесь ее аккуратно разбирают. Здесь вы получаете изумительные запчасти. Они, естественно, новые. Потому что, ну, это же авторазбор. То есть машина хлобызнулась. Куда ее? Да сюда. И по сути событий, когда мы говорим о месте, да, здесь вы можете на втором этаже купить себе новые запчасти. Но на первом этаже, да и вообще, вы можете, немножко подумав, взять себе то, что когда-то ездило, но оно будет также продолжать ездить и у вас. И не надо рассказывать сказки. Ставите бэушные и продолжайте нормально эксплуатировать автомобиль. По одной простой причине. Я вам сейчас расскажу. Любая машина, да любая машина, не бывает, чтобы такое случилось, чтобы она ездила бесконечно. Где-то шоркнули, где-то задели. Ну, не бывает такого. Ну, не рассказывайте мне сказки. А где мы покупаем запчасти? Или новые, или бэушные? На улице Клинкерная, 22. Здесь называется контора под названием «Авторазбор». Приезжайте, получайте удовольствие. И не тратьте за это никаких особых денег.